Тащи, тащи, тащи. Давай, пс, давай, родной. Запад там. Да нету запада, блин. А я сказал. Все, пацаны, 5500. Можете поздравлять меня. Я супер-пупер топ игрок. Друзья, всем привет. Это новый выпуск по Clash Royale. Значит, я сейчас хочу взять 5500 кубков. Я пою в конце сезона, потому что не люблю на протяжении сезона опать кубки. Короче, это, ну, бесполезная на самом деле информация для вас. Короче, кто не подписан на канал, подпишитесь. Кто не ставил лайк, поставьте. И кто не нажимал на колокольчик, нажмите. Пожалуйста. Со мной в скайпе, кстати, Коля. Он мне не подсказывает, он просто за компанию. Мы, кстати, еще интересно, мы встретились с ним только что в Глобале. И этот бой я запишу на видос. Конечно же, вы увидите, а возможно, уже видели. Не знаю, какой видос раньше выйдет. Все, поехали. Меньше болтовни, больше дела. Мне надо 3 поединка выиграть. Не знаю, как получится. Возможно, я сомневаюсь, что у меня сейчас 3 поединка получится без поражения. Ну, с чем черт не шутит, возможно. 3 поединка сейчас в сухую всех. Так, принцесса, это либо спалбейт, либо что-то там с хогом, либо что-то... Либо хог, да. Ну, в принципе, то и другое я должен... Спалбейт. Так, чё, наверное, давай вот так во. И вот так во. Наверное, так мог лучше. Мог бы принцессу подкинуть к вышке своей и не забрать. Ну, ладно. Сборщик. Чё у тебя так шумит? У тебя чак жестко шумит по ушам аж мне. Ой, ё-моё, у тебя... Вроде тихо. Вот это жесть. Вот это он меня, короче, сейчас нормально так. Давайте попробуем проконтератачить. Теперь. А, у него еще инферно есть. В смысле? Серьезно? Да. Минус башня, еще инферно. Так. Я не знаю, что делать. Я тут проиграл. Че это, как только я включаю запись, начинается такая лажа? Ну сейчас можно плохо. Сейчас банда будет. Не, банды не будет, он же только слил ее. Блин, Коля, сейчас ты либо дышишь микрофон, либо такие звуки какие-то, шумы, как ветер будто. Пожалуйста. Я на вокзале живу. На улице живу. Пожалуйста, избавь нас от этой муки. Не шуми в микрофон. Ну, лично я слышу сильно, не знаю, как зрители. Так. Что ты слышишь? Шум ветра. Да. Шум ветра за спиной. Да. Блин, ну я не знаю, что за бред. И минус сборщик, и минус башня, и сейчас еще и минус трешка. Че посоветуешь, на трешку идти или справа? На двушку. Да, справа лучше. А, ну блин, он уже забирает мою башню, дефать ее нету смысла. А, ну короче, сейчас последний заход. У него сейчас инферно будет. Да не будет, у него инферно. Какая инферно? Блин, что за бред вообще? Капец! А я сказал. Я в шоке. Забай. Да сейчас надо ж вовремя запнуть. И торнадо кидай. Да я торнадо на хога хотел, Коля. Ну а ладно, у меня... Репуся? Да, у меня есть мегаминьон. Да ну принц, ну... Так... А сейчас интересно. Так, что мне делать сейчас? Кидай мусор сзади, пустого здания. Мегаминьона, да, принцев. Так. Зря я, наверное, торнадо, да? Да, зря. И сейчас... А что, у него зеркало? Или он же только использовал, или нет? Или мне показалось? У него нет зеркала. А, это просто прокрутился? Да. Короче, это, походу, ничья. Угу. Хотя? Хотя? Чё он так тупит жестко? Пацаны, у меня тут есть фишка. Блин, пицухи нету, ну... Вообще шикарный бой. Вообще шикарный. Ну что, пацаны, осталось... Сколько? 2 поединка, и мы на 5500. Поставьте лайк, пожелайте мне удачи. Поехали. Удачи. Спасибо. Фух. Хороший бой, хороший.
Так, отличное начало, у меня уже есть сборщик. Надо теперь понять, какая дека у противника. Так. Сейчас мусор будет. А, ну, один на голем. Так, шахтер или хок, интересно. Есть ракета, шахтер. Вот. Вот в чем прикол. Если ракета есть, то я не знаю, что делать. Да, но нет ракеты. Нету ракеты. Ну, поверим тебе на слово. Так, мне кажется, или кто-то меня наеб... Сейчас... Что делать сейчас? Зап слить? Нет. Принцесс с краю карты? Ну, возможно. Лучше подождал бы хода. Там у меня уже 10 телека. Так у него тоже 10. Да я сомневаюсь. Это хок, скорее всего. Ну да, это хок, либо шахтер. Не, шахтер бы он кинул. Это хок. Да, хок. Блин. Жди либо хога, кинешь торнадо, либо голема. О, там, смотри. Головок затащил, да, пусти Азизи, еще желаю тебя лимона, и чтоб ты апнул 5800, ты иллюминати. И ты собака, я собака, ты собака, я собака, торнадо, ты собака, да. И я офигел, а когда нет, ты торнадо. Проиграл чуваку с 2800. Спасибо большое за донат. Я голосовой донат этот прочту потом, после вот этого поединка. Блин, смотри, как он жестко пропушил меня справа. Прям до ракеты уже все. Он может не этот уже, не пушить. Ракетой забирать. Ну, я, короче, пойду на три короны сразу. Но у него просто есть ракета, понимаешь? Он может... Ой. Что он делает? Короче, будем надеяться, что я затащу за счет того, что он, ну, такой себе. Капец, нихера себе. Принц просто машина. Запом я не успею добить. Блин, я не по той стороне сейчас иду. Просто капец. А ты потом кинь двух принцев справа. Попробуй так. Думаешь? А, ну да, у него там сейчас бандус всех сольет. Ой, даун. Слушай, да зачем я тогда пойду по одной стороне? Что он делает? Капец, он выигрывал и взял, проиграл. Мне повезло, что реально противник, вот тот еще человек... Еще пошел на другую вышку. Да, тот человек, которым его назвал Коля. Два боя подряд вытащить так, вау. Кто топ? Трёшка, пацаны. Изи трёшка. Изи, мэн. Вторая трёшка. Ну что, последний бой остался. 6 кубков. Я готов. Блин, я проиграю сейчас последний бой. Кстати, у него рекорд 5800. Удачи. Спасибо. Поехали. Пожалуйста, подпишитесь. Поставьте лайк. Вы не представляете, как это меня поддержит сейчас. 6 кубков. Spellbait. Spellbait. Начало, ну, такое. Было бы торнадо, было бы получше начало. Так, ну, по-любому с ракетой, да? Не получилось. Прикинь, не получилось сделать все красиво. Он шарит играть, Коля! А, вау, сейчас печка. Че, пропускать этих духов? Да. Блин! Да, он реально шарит, он шахтера выкинул. Он знал, что я могу сейчас торнадо там. И он выкинул на другую сторону. Ну, ладно, будем надеяться, что... Все образуется. А че у него там еще по сполам, не знаешь? Бревно, скорее всего, и фаербол. Нормально сейчас. Так, отлично, да. Вообще шикарно. Я по-моему... Капец! И чё, голем... поставить, голема? Голема на ту сторону. На ту сторону, куда печка, да? Да. Блин, у меня сейчас здесь телека будет. На левую. Так, ну сейчас, короче, вот сейчас очень напряжно. Фух. У меня так. Еще инферно есть. Серьезно? Ну, он печку ставит специально под инферно, смотри. Бля. А как же мне быть?
Да, видишь, какой я важный такой. Да я догадывался, да, эта колода я... Давай дракончик и запа. И дракона, давай быстрее. Да, эликсира, видишь, что вообще децл. А еще принц есть? Да, подкидываю. А, ну все, это пропушил. Да, пропушил? Да, может торнадо там не понимаю. Так, что сейчас мне, голема вставить? Да, по центру. Так, главное здание мне помогает, отлично. Да, конечно, колода жесткая у него. Запать инферно? Еще рано. Ну, я имею в виду вообще зап тратить да, на них? Да, запай, запай. Может быть, торнадо будет? Да, я лучше принца сейчас коплю на него. Он все равно все слил. А вот сейчас торнадо. Ой, сейчас хорошо. Ну, пожалуйста, я должен затащить, пожалуйста. Нет, я не могу зраки. Бля, что делать? По центру. Запну. Фух. Так, сейчас орда мух плюс шахтер будет. Кинь голема слева. Погоди, нет. Блин. Ну тут уже ничья, я не затащу. Не успею. И кидай красную черную, поставим голема, кинь слева и все. За 20... Только недалеко кидай. О, нормально. Не, не успеешь. Успею, думаешь? Не успеешь. Зап. Давай, голем, тащи, 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 тащи. Давай, пс, давай, родной. Зап, там. Да нету запа, блин. Блин. Ну, играл я хорошо. У голема 70 урона, у маленького. Блин, ну вы понимаете, у него печка, у него инферно. У него очень много дефа против моего голема. Фух, поехали еще бой. Капец. Если я сейчас проиграю, то будет обидно. Придется тогда записывать только последний бой. Сейчас вообще ужасный цикл. Сборщика нету. Сборщика нету. У меня торнадо, темный дракончик. Какие темные? Да я что-то не люблю сливать карты первым. Ну слей ты, принц, пожалуйста. Ну попроси нормально. Ну пожалуйста. Видишь, он тоже одновременно с тобой слит. Только не кладбище, пожалуйста. Это, скорее всего, гигант. Думаешь? Угу. Че, сборщик поставить, как думаешь? Ставь. Ой. Только задефайся сначала. Да я задефаюсь. Смотря что это. Кладбище. Может даже с фризом. Скорее всего так и есть. Ну, блин, ну я не знаю, как дефать кладбище. У меня нету... Чем его дефать. Не подкидывать ничего? Надо было принц подкинуть, я попытал. Че, может слева голема поставить? Ну, скорее всего, еще инферно есть. Ставлю голема слева, как думаешь? Не надо. А что тогда делать? Не запушишь ничего. Есть мегаминьон справа? Да. Куда кидаю его? На... Сдалека? Да, да, да. Так. Хрен его знает, где будет сейчас кладбище, ну... Тесла у него, не инферно. Пу-пу-пу-пу-пум, так... Двойной эликсир, что делать сейчас? Справа, наверное. Не-не-не, сейчас лучше подождать. Оставь что-то на деф-кладбище, кинь голема. Ладно, короче, пойду слева. Он сейчас по-любому проатачит. Что делать, не дефать? Не дефай, не дефай, ты не задефаешься. Двух принцев кидай слева. Да надо ж так еще кинуть, чтобы они за големом не выбежали. У него что, фаербол, да, или поизон? Или фриз? Кривое. Фриз, наверное, у него. Но если фриз, то, блин, он задефает.
Давай еще принца. Фаербол у него. Ну, сейчас я могу запушить. Быстрее только, быстрее, пожалуйста, быстрее. Да, запушил, запушил. Или, ну... Да. Фух. Так. Теперь, что теперь? На трешку кидай мне... голема на центр, он налево кидай, налево голема. Он, если что, пойдет направо, если он тесу поставит. Хорошо, вообще отлично сейчас идет все. И у него не фриз, и вообще идеально все. Фриз нет. Ну я же говорю, у него не фриз. Сейчас главное мега муху сразу на Теслу. А вот это он сделал. Да зря, мне кажется. Мега муха тупая твоя, Катя. Да-да. Так, фаербол сейчас полетит, но там какой-то принц выжил. Но, блин, как назло! Как назло, вышка дамажит. Блин, там вышибало неплохо так. Чуть-чуть. Не, да ну что такое, блин? Ты сейчас вышку не проиграй, справа. Да не проиграю я. Печалька. Печалька. А я сказал. Дайте хотя бы мне за это тебе рояль. А ты запнул? У тебя зап был в руке? Не было. Мне кажется, был. Не было. Мне кажется, был. Ах, жаль. Сейчас посмотрю. На повторе. Я выбрасываю мегамуху, у меня торнадо. Не было. Зап следующая карта была. Мне надо было темного принца выкинуть. Я его, если бы выкинул темного принца, я бы выиграл, кстати. А ты такой смотрел, типа думал, выиграешь, да? Такой, да, я уже думал, выиграю, короче. Ну ладно, бывает. Торнадо зря кинул еще там. Я думаю, что никто... Да, торнадо еще зря кинул. Я думаю, ну, вот это в конце только затупило, так вроде все было отлично. Фух, жаль. Ладно, сейчас сделаем 5500, друзья. Фак, лава. Ты что, сливаешь лаве? Да, ну не знаю. Посмотрим, если лава шар, то хз. Так, как бы с помощью торнадо активировать главное здание? Можно шарик, лаву притянуть, кого угодно. Ты не смотришь мой бой? Нет, я сам пошел, я думал, ты не будешь больше играть. Ну я старался, друзья, я старался играть нормально. Блин, в конце реально, вот сейчас вот увидел ошибки и знаю, что я бы мог выиграть. Если бы выбросил темного принца, там реально миллисекунды мне не хватило. Темный бы принц на себя каких-то скелетов бы принял. И торнадо, если бы тоже, если бы... Ну я думал, он просто... Блин, ну ему реально повезло. Он реально уже тоже отчаянно выбросил кладбище в надежде на то, что ну кто первый снесет, тот и победит. То есть он даже не пытался дефаться. Так, против меня... Ты смотришь мой бой? Не-а, у меня минута боя своего осталось. Капец, мы на видео играем, а ты... А, это видео еще идет? Ну, конечно. Так я думал, ты уже не будешь снимать видео. Да как это не буду? 5500 надо взять. Так ты ж слил там. Да пох, поединки-то классные. Тогда ролик выйти, как у ГХГ, по 40 минут, и че? Ну, а че, не нравятся ролики такие? Так. Вообще, я пофиг, я их не смотрю. Ну, хоть правду сказал, так. Зап. А не то, что я подписан на тебя с самого начала. Я с тобой сквозь огонь и воду прошу. Блин, вот это... Вот что я... Меньше говори просто. Меньше да, говори. Да, надо меньше говорить. Так, ну тут дракона хватит одного. Ставим голема. Хороший фаербол. Ну, противник вообще прям магиот. С пятой лавой. А играет вообще, ну, не очень. Блин, ну мне же не дадут 34 кубка за него. А, я же еще не выиграл, ё-моё. Он каким-то чудом снес меня. Блин. Сейчас смотрю твой бой. Ну как?
Хорошая игра. Спасибо, что помог. Я очень нуждался в твоей помощи. Поехали, 8 кубков. Блин, ребята, поддержите. Ролик уже 20 минут длится, но я не могу прервать запись. Давай, очень, давай, очень иди. Классные поединки, очень. Страйкер, отдай поединок мне, чтобы и видос быстрее закончился. И... Так. Сейчас Шахтер, только не три мушкетера. Походу, видос не получится записать. Три мушкетера. Да ладно, сейчас выиграем, помогу тебе. А нет, это не три мушкетера. Думаешь? Ну, кто фаербол берет с ними? Ну, есть такие. Чтобы выигрывать зеркальные деки. Ну, сейчас попробуем, сейчас контратака прям идеальная. Может, даже кладбище. Там ба, что ли? Да, там ба была. Ну, короче, рак какой-то. Так... А что же это за колода-то? По-моему, в деку вместо лавы с шариком гиганты засунул. Слушай, я сейчас боюсь ставить сборщик. Ну надо, да? Шахтера у него нету? Думаю, нет. Что-то он долго думает. Кладбище, наверное. Да, реально. Да, вместо лавы он взял этот? Гиганта засунул. Ну, мне кажется, такое. Дебил какой-то. Ну, пацаны, это походу 5500. Ладно, не буду пока преждевременно радоваться, еще не факт. Он не задефает, это никак. Ну, сейчас тамба будет, у меня зап есть. А, все. Тамбу нету. Смешно. Смешно очень. Очень смешно. Ну ладно, на трешку пойду. Или нет, тут он может, короче. Ладно, ставлю голема. На трешку, ого. А что? Думаешь, не возьму? Ну, сейчас узнаешь. Нифига себе, пуш на теле слева. Да там не страшно. Да я иронизирую. А. Ну тогда да, ух, надо подыграть. Них... Да, вообще жесть. Плохо подыграл, да? Да. Ну все, пацаны, это, короче, GG. Наконец-то, я взял 5500. Надо вот как-то в монтаже музыку, типа, сейчас, типа, знаешь, там, как они делают, надо вот, типа, там... Героическую, да, какую-нибудь? Такой раз, типа, сейчас все сделаем, смотрите, сейчас 5500... Победа! Так, смотрите, сейчас этот тот самый момент. Так. Чё-то очки далеко. Блин, надо сейчас быстренько. Блин, не получилось. Господи. Ладно, просто очки. Все, пацаны, 5500. Можете поздравлять меня. Я супер-пупер топ игрок. Слушайте, а я реально крутой. Ну вы просто посмотрите, я выиграл Кристалла, я выиграл... Я выиграл Колю, у Коли рекорд 6400, я его затащил, и вообще тут куча классных атак было. 5500, друзья, это вам не шутки. Спасибо всем, кто смотрел, спасибо, кто подписывался, спасибо, кто поддерживал, кто смотрит на Ютубе. Я желаю вам удачи, всего хорошего, друзья, чтобы вы не болели, чтобы вам, как говорится, летит бочка, у вас всегда было бревно, так это говорится? Да. Вот. Всего вам хорошего, до новых встреч и пока. С вами был Холдик.